Только приехал в Мариуполь, вышел на обжоре, и тут меня встречает мурал. Птичка вылетела из клетки. А ты и так маленько долбоёб? Только приехал в Мари, взял местный и чизбургер. Вкуснотища, если очень хочется есть. Иду в центральный парк. Зашел в центральный парк. По газонам не ходить, собак не выгуливать. Как вы знаете, в Европе везде полно газонов. И по ним людям не то, что разрешается ходить, а даже приветствуется. В Европе это совершенно нормально. Сидеть на газоне, читать книгу, облокотившись об дерево. А у нас нет. Так, ну вот она, реконструированная площадь. По периметру тут понастроили голубей. Вообще-то везде голубей запрещено даже кормить, за это даже штрафы накладывают. Ну и вообще-то голубь — это не птица мира, как вы думаете, а голубь — это летающая крыса. Поэтому если вы кормите голубей, то кормите и крыс, если увидите их где-то на улице. Разницы нет вообще никакой. Ну вот такая вот тут красота. А я иду на колокол, потому что мне там назначили встречу. Вот это обжора знаменитая, которая тут уже нет несколько лет, но в народе так и осталось. Район обжоры. Так, вернулись в советское прошлое. Вот смотрите. Сунули банкноту. Так, а где водичка? Наверное, дави на кнопку. Все, только раньше вода была газированная, сейчас обычно. Зебры, зебры! Ой, кстати, да. Ой, отсвечивает. Так, смотрите, значит, скинули 5 гривен, а отчет ведется в рублях. И мы находимся в славном городе Жданове. Надо переименовать, а то это название Мариуполь антисоветчина их попахивает. В общем, вот такой вот есть автоматик по продаже воды. Сейчас буду платить за автобус с помощью QR-кода. Вот это новые технологии в Мариуполе. Сейчас будем пробовать. Открыл я, значит, приват 24. Жмем среднюю кнопку, сканер штрих-кодов и пробуем. Так, один билет 8 гривен. Давим купить. Уже третий раз. Все, давай. Валидейт. Что это значит? Третий раз. А, все. Действительно, один час получается. Вот такие вот тут дела. Ну все, ждем кондуктора. Вот, в Мариуполе борются с коронавирусом. А чтобы им не заболеть, как известно, нельзя сидеть на лавках. Блин, автовокзал и присесть негде. Ужас. Супер повезло. Большой автобус и все места свободные. Поэтому что делаем? Разбуваемся и спим. Спать полтора часа до удара.